Уважаемые ветераны и работники Смоленской АЭС, поздравляю вас с 35-летием пуска первого энергоблока и с профессиональным праздником Днем Энергетика. Сегодня праздник тех, благодаря кому в наших домах горит свет. Бесперебойно работают предприятия, школы, больницы и детские сады. Энергетика – одна из самых важных отраслей нашей промышленности. Вы внедряете новейшие технологии, повышаете безопасность и надежность станции. Это значит, что энергетике нужны грамотные специалисты. А значит, нам надо хорошо учиться, чтобы быть вашей достойной сменой. Мы гордимся нашей Смоленской атомной станцией. С праздником!